Привет! Это аромадиффузор от Oberhof, гаджет, который создает уют дома и улучшает качество воздуха. А с использованием особых масел может повышать активность и оказывать лечебные действия. К этой модели точно стоит присмотреться по ряду причин, но прежде расскажу про комплектацию и технические характеристики. Внутри аромадиффузора компактно разместился адаптер питания, мерный стаканчик, а также гарантийный талон и инструкция. Oberhof, как всегда, не скупится на расходники и подарки, так что в комплекте есть еще и два аромамасла. Удобно и приятно. Аромадиффузор представляет собой небольшой кубик в сканди-стиле, полностью из пластика со вставками с имитацией текстуры дерева. Цвет дерева хотелось бы более натуральный и благородный, но это если уж сильно придираться к дизайну. Главное, что свою функцию аромадиффузор выполняет блестяще. По центру панель управления с тремя кнопками, на каждой из которых свой символ, отвечающий за подсветку, распыление и таймер. Настраивается все элементарно. Объем резервуара 700 мл. Перед запуском необходимо с помощью мерного стаканчика налить воду в пределах максимальной отметки. Она расположилась на тыльной части диффузора. Рекомендуется добавлять 3-5 капель масла на каждые 100 мл воды. При выборе аромамасла следует учесть направленность и желаемый эффект. Например, цитрусовые поднимают настроение, а розмарин, эвкалипт и лимон используются в профилактических целях простудных заболеваний. Тип распыления ультразвуковой. Капельки масла в воде после добавления не нужно размешивать, диффузор все сделает сам. Накрываем крышкой, запускаем работу и наслаждаемся. У девайса два режима испарения, интенсивный и низкий, пар выходит из уголка диффузора. Работает практически бесшумно, так что диффузор не будет мешать во время сна, работы, медитации и романтических вечеров. Есть возможность выставления таймера на 1 час, 3 или 6, выбранный подсвечивается зеленым. Есть также функция автоматического отключения, а автономное время работы диффузора – до 20 часов. Данная модель обладает 7 режимами LED-подсветки – красный, желтый, зеленый, голубой, синий, розовый и белый. Последний с холодным подтоном, поэтому в этом режиме аромадиффузор даже немножко похож на кубик льда. Можно запустить режим, в котором цвета будут плавно сменять друг друга, переходить из одного оттенка в другой, образуя новые цвета. Например, при наложении холодного белого и розового появляется фиолетовый. Выглядит волшебно. Диффузор оснащен регулировкой яркости подсветки, его можно включить в приглушенном свете, а поэтому можно использовать и в качестве ночника без распыления аромата. Аромадиффузор Oberhof прост в использовании и уходе. Кстати, в инструкции подробно описано, как очистить прибор, чтобы не смешивались запахи, и даже указано, как безопасно удалить накипь внутри резервуара. Такой аромадиффузор точно наполнит дом благоухающей атмосферой и создаст уют. Кстати, эфирные масла и их ароматы в комнате помогают пережить сложные ситуации в жизни и восстановить физиологическое и психологическое здоровье. Присмотритесь, потому что впереди праздники, а это значит, что пришло время радовать себя и близких не только чем-то красивым, но и полезным.